Ты все играешь? В Майнкрафт? Ну давай-давай, всю жизнь так проиграешь. Да отстал от жизни, пап. Да куда уж мне? Мы в твои годы в футбол играли, мечтали выучиться, работу престижную найти. Угу. Судя по тому, что ты грузишь пиво в магазине, престижную работу ты уже нашел. А что? Меня там уважают. Ну я хотя бы стремился, а ты вон целыми днями сидишь, клопов на экране гоняешь. Да я только сел, пап, дай поиграть. Ну а до этого ты чем-нибудь полезным занимался? Я разбирался в том, как криптовалюту тырить. Ну и как успехи? Ну, есть две новости. Хорошая и плохая. Погоди. Дай-ка угадай хорошую. Ты украл на мороженое. Биткоинов на 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Яхту куплю. Тачку. Lexus последний. Не, Maybach. Чтоб сосед от зависти сдох. Хотя не. Мы участки все вокруг выкупим. Чтобы вообще соседские рожи я больше не видел. Директора с работы швейцаром возьму. Чтоб ботинки меня по утрам чистил. А еще я куплю... Пап, есть и плохие новости. Да с такими деньгами, сынок, плохих новостей быть не может. Я их у бандитов стырил. Ну, не проблема. Всех ментов выкупим в радиусе 50 километров. Не купим, пап. Какой-то гад стырил у меня эти деньги. А бандиты узнали, что это я их деньги взял. И теперь ищут тебя. Как это? А почему меня? Я же с твоего компьютера это все провернул. Пап! Ну, хоть теперь спокойно поиграю. Раз, два, три, четыре. Крошка-мен, крошка-мен, ты мне лайк, а я контент. Крошка-мен, крошка-мен, ты мне лайк, а я тебе контент. Спасибо.